Значит, что у нас имеется? Имеется вот такая высокий вот... Высокий цветочек, значит, я очень активная сейчас. Такая часть. Он вырос. Такой девайс. Fitbit. Который считает шаги, этажи, активность, калории, калории и так далее. 3368 калорий, но это не за сегодня, я вот 2 дня не скидывала. 2 дня я скидывала. 2,5 мая пройдено. Нет, все, я немножко перебыла. 723 калории сожжено. Нормально. 723 калории сожжено. 3368 шагов. Нормально. А в майлах это 2,5 мая. Пройдено. 125 калорий. Нормально. 725? 725 калорий. Это, видимо, с сегодняшнего утра. Но это он считает не только активность, не считает, сколько при весе и росте ты сжигаешь калорий даже в лежачем состоянии, прибавляет еще активные калории. То есть кто-то он на сегодняшнее утро показывает 725 калорий сожжено. 725, прошло полчаса у нас, да? Да, но это он, получается, считает, сколько было сожжено с полуночи, пока я спала, какие-то калории организм сжигал, встала, сюда пришла, играю. То есть все вместе с полуночи, 725 калорий. Такие вот пироги.